Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале питомника Мари Мистик. Сегодня 28 мая 2023 года. И деткам Симоны исполнилось сегодня 12 дней. Мы начинаем открывать глазки. У нас проявляется пигмент. И некоторые дети очень интересные. Например, вот этот белый толстячок, который сейчас уже добрался до сисюли, хотела показать его личико. Белый толстячок с черным носом и черная окантовка, обратите внимание, даже на ушки. То есть с коричневым носом, коричневые детишки, а есть детки с черным носом. Есть один черный с белым щенок. И я хотела сказать о том, что в этом помете щенки без брака, без дефектов. Через 2 недельки мы откроем на них резерв. Цены будут на щенков без брака, без дефектов от 70 тысяч рублей. В этом помете есть девочки и мальчики. И развиваются они все здорово, замечательно, ровненько, без прикормов. Симона справляется. Все толстенькие, упитанные, но при этом есть детки, которые поменьше размером. Предположительно, будущие мини-чихуашечки, они будут стоить подороже. Конкретно цены будем озвучивать, когда откроем резерв. Сейчас ребятки еще только растут, и я просто предварительно озвучиваю наши планы. А также хотела сказать о том, что наша красотка Белуша доехала замечательно до нового дома. Обратите внимание, как малышка ехала. Это она в автомобиле. Вчера я делала видео, как мы провожали Белушу в новый дом, как угощали наших детишек подарками от мамы нашей Лушеньки. Дома девочку зовут Луша. И вот буквально через несколько минут после отправки в новый дом прислали мне вот такие замечательные фото, где наша Лушенька спит животиком кверху в корзиночке на одеялочке. Ну, замечательно, ребенок доехал до Москвы. Приехали в Москву, конечно, они, ну, скажем так, Луша приехала с ее новыми родителями в 5 утра, поэтому, конечно, никаких фото-видео нам не присылали в 5 утра, все с дороги устали, но сейчас, вот уже днем, отоспавшись и отдохнувши, мне прислали и фото нашей Луши, и видео, которое сейчас покажу, и написали, что все здорово, замечательно, доехали прекрасно и великолепно. Так, сейчас у меня в одной руке подсветка. Не знаю, у нас тут жарко что-то. О, Луша уже играет в моем доме. Есть веревочка. Какая у меня есть веревочка. Отдай, отдай мне. Мне отдай. Отдай мне. А мне отдашь? Нет, не отдашь? Не отдашь мне? Все, забрала. Куда понесла? А мне отдашь? Отдай мне. Где веревочка? Ну-ка, дай-ка. Опа! Отдай мне. Отдай. Ах, ты сильнее, как тянешь, да? Отдай мне веревочку. А зачем меня кусать? Ой, какие у нас зубки остренькие. Не надо меня кусать. Меня кусать нельзя. Веревочку кусай. Где веревочка? Где веревочка? Вот она. Отдай веревочку. Отдай.
задумалась. Куда нести веревочку, да? Водички попить надо. Так, тут что? Ух ты, молодец какая. Набегалась. А тут что? О, одна штучка осталась. Я ее, пожалуй, доем. Села. Да. Подкрепились чуть-чуть. Будем дальше играть. Осваиваться. Ну, на мой взгляд, замечательно. Лушенька осваивается в новом доме. Никаких у ребенка стрессов от переезда и смены семьи нет. Девчонка умничка, играет, кушает, все здорово и замечательно. Скоро начнут гулять, так как все карантинчики пройдены. Так, воспользуемся моментом. Сейчас мама отошла из гнезда. Ну, попробую я тут с этой подсветкой справиться. Вот этот у меня парень или девочка, сейчас посмотрим. Сейчас я придумаю, куда поставить лампу подсветки, чтобы она держалась у меня, падает. Так, ребенок. Когтики надо стричь ребятам, да? Так, это кто у меня? Это мальчик. Ха-ха-ха, смотрите, какой смешной. У него не только черный нос и черное ушко, у него даже пипичка черная. И пяточка черная. Так, я ж тебя подсветить-то. Мальчишка очень прикольный по окрасу. Черноносый, черноглазый. И даже пися черная. Да мамка-то тут как тут. Да, подсветка мне мешает, дорогие друзья. Ну, я сделаю еще неоднократно видео лучшего качества. Сегодня просто уже, так скажем, такой возраст. Открываем глазки, все хорошо. Вот. Ну и для тех людей, кто уже имеет взрослых питомцев или собачек, кошечек после карантина, и кто собирается ехать на дачу, сегодня новая скидочка от магазина «4 лапы» на средства от блох и клещей. На первый заказ 16% скидки по промокоду от нашего питомника. Ссылочка будет в посте, закрепленном в описании под данным видео. На повторный заказ скидочка 7%, а также предыдущие видео и промокоды от нашего питомника дают вам право на покупку любых товаров в магазине 4 лапы. Это интернет-приложение, интернет-магазин, приложение в телефоне. Пройдите по ссылочке, там все будет написано, подробно рассказано. Не стесняйтесь, пользуйтесь такими промокодами. Я сама, если честно, пользуюсь такими промокодами. Это вам существенно сэкономит финансы на покупку таких нужных средств на летний сезон, когда одолевают наших питомцев блохи и клещи, особенно на дачах. Поэтому прочитайте, пожалуйста, условия акции и приобретайте для своих питомцев надежные средства от блох и клещей в магазине 4 лапы. На этом я с вами прощаюсь на сегодня, но ненадолго. Увидимся, как всегда, в новых видео о жизни наших питомцев. Всем пока-пока и до новых встреч!